На прошлой неделе Ирак получил два новейших российских вертолета. До 8 февраля страна ожидает очередную поставку боевых машин. Речь идет о вертолетах Ми-28 «Ночной охотник». Они предназначены для поиска и уничтожения в любое время суток и при сложных метеоусловиях бронированной и небронированной техники, живой силы противника, а также малоскоростных воздушных целей. В состав комплекта вооружения вертолета входит новейшее ракетное оборудование. По словам представителя Министерства обороны Ирака, страна будет использовать вертолеты для ночных операций в ранее недоступных районах. Боевой потенциал российских воздушных машин ведомство оценивает высоко. Первые вылеты с их использованием планируется совершить уже через 2-3 недели после подготовки и оснащения.